До конца года в школе города Форт-Шевченко откроется кабинет психолога педагогической коррекции для детей, нуждающихся в инклюзивном образовании. В дальнейшем планируется создать аналогичные условия для школьников в селах Буранкул и Жетабай. В 145 школах области инклюзивное образование получают 1200 детей. В учебных заведениях сформировано 83 кабинета. В этом году группа особенных ребят приняла участие в традиционном фестивале «Каспийская волна». Подробнее в следующем видеосюжете. В нынешнем фестивале «Каспийская волна» участвовали 350 детей, выступавших в разных жанрах. Юные таланты продемонстрировали свои навыки в танцах и вокале. Дети, ставшие обладателями специальных наград, были счастливы. По словам директора общественного фонда «Луара», участники организованного в 14-й раз фестиваля смогли на высоком уровне продемонстрировать свои творческие способности. Сегодня вот гала-концерт подведения итогов, где мы собираем яркие музыкальные номера и награждение, конечно, детишечек идет. Дети у нас со всей Мангистауской области, более 350 детей приняло участие в нашем фестивале, он ежегодный. Дети показывают все свои творческие способности на самом лучшем уровне. Всем педагогам, конечно, огромное спасибо за то, что вот они их подготавливают по номинациям. Дети с ограниченными возможностями не должны оставаться вне общества, считают в управлении образования. Именно поэтому основная работа в этом направлении проводится в школах. Сейчас в области проживает более 314 тысяч детей в возрасте до 18 лет. Инклюзивные услуги оказывают 5 психолого-медицинских консультационных учреждений, где зарегистрировано 8210 детей. Сегодня работает 19 образовательных организаций, оказывающих услуги детям. В их числе 5 дающих педагогические консультации. Медицинская комиссия изучает текущее состояние ребенка, составляет оздоровительную концепцию, по какой программе учиться, будь то упрощенная программа или частное обучение, и выдает направление. Есть 3 областных дошкольных детских сада. Сейчас они предоставляют услуги по обучению и воспитанию детей, имеющих нарушения зрения или слуха. Во второй части мероприятия экспертами Национального научно-практического центра были подняты вопросы обучения особых детей, пункты законодательства в оказании им услуг, процесс работы с родителями. По словам представителя министерства, занимающегося исследованием инклюзивного образования, в стране увеличивается количество детей с особыми потребностями. Профилактика в первые годы жизни любого ребенка – это задача преодоления инвалидности или некоторых нарушений до того, как они разовьются глубоко. Ее ведут 3 ведомства – с точки зрения здравоохранения, социальной сферы и сферы образования. У нашего государства есть много фундаментальных программ, позволяющих продвигать их все вперед. Для их реализации в нашей стране работают многие специалисты – преподаватели, педагоги общеобразовательных организаций, которые, как и мы, занимаются научными исследованиями. Кроме того, на поддержку детей с ограниченными возможностями были выделены гранты Акима области. Молодежь Мангистау осваивает специальности, а первые выпускники уже работают в соответствующих учреждениях. Асель Канширова, Ролан Эметулы, Дидар.